Хотят девчонки, можем голову Ромика показать. Гуд. Стилевый. В общем, это, ребят, уже отдано. Ты хочешь смотреть на Ромку голову? Ром, подожди, не раздевайся, еще рано. Кроссфитеры. Мы сейчас разрабатывали и обшили, чтобы вы понимали, оно отстирывается всегда от всего. То есть там хоть гримом перемажется трижды, и даже не только гримом. По факту немного чего еще висит, что-то так и не выпущенным осталось. Вот эти вот штуковины. Мы не ожидали и не думали. На NBC, на турнире мы за один день продали все, что сшили. Братан, видишь, мы делаем хорошо. И нам такие, давайте сделайте. Мы такие, ребят, это будет стоить 4200. О, дорого. Здравствуйте. Привет. Прости, я тут. Ты куришь в телефоне. У вас сваркой воняет, да? Чуть-чуть не фартануло. Да нет, ну нам. Это, видимо, ремонты. Ремонты и всякая ерунда. Ой, блядь. И кунь девять. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто, ты можешь снимать? Здравствуйте, всем добрый день. Добрый, здравствуйте. Здравствуйте. Туки-туки. Здравствуйте. А, ты там? Встречу, товарищи, и что у нас идет, что... Привет. Привет. Че, как здравствуй. Ты с нами на 10 минут бежишь? Или? Я уже там. А, ты уже там на совещании? Да. Все, ну ладно, ты надо вывалишься на диван, чтобы мы тебя не отвлекали. Ты конференцируйся. Вот девчонки хотят девчонки, можем голову Ромика показать. Когда он будет переодеваться. Ладно. Да? Девчонки, хотите Ромку голову? Скидывайте Никитосу сейчас по 100 рублей на карту. Так, что там? Вот это... Давай, выгружай. Что они там говорят? Давай! По 300. В общем, всем привет еще раз. Роман Халиуллин, Руслан Халецкий. Почему еще раз привет? Новый ролик. Просто привет. Мы добрались до производства нашего одежды. В общем, ролик мы сейчас собираем, одеваем. Но покажем вам те модели, которые мы сделали, отшили. Новые. Они, конечно, так скажем, ну, в средний размер. Не знаю, насколько они будут ромки удобно, что нам все это скажет. Ну, если подойдет, будет очень круто. Много чего нового выпускается, чтобы вы понимали. У нас был заказ просто на какой-то овер большое количество тысяч, по-моему, 200 тысяч таких футболок. Самая тонкая дурацкая ткань, это просто, знаешь, на эти. Ну, 200 тысяч штук, по-моему, там их было произведено. В общем, много всякого разного. Так-то неплохо выглядит. Сейчас, подожди. Он еще не застегнулся. Ну, кайфецки выглядит. Свежо. А? Свежо? Да. Ну, прям хорошо, слушай. Петличку вообще не взяли? Я дам. А, ну его одеть может. Ну, на нем вообще хорошо сидит, смотри. Ну, по-моему. На котором, по ощущениям, больше надо тебе? Ну, если ты поешь, ну, то больше надо. Нет, вот в целом сейчас, на данный момент, типа, размер норм. Ну да, на сухенького. Вот, конечно, там килограмм 112 я бы... Плюс, ну, размер, точно. Да. А да. То и два. А так прям он такой. Ну, ехать прям можно. Очень невесомый такой, легенький. Вообще, он прям классный. Дышит так. Ну, прикольно. Прикольно. Гуд. Стилевый. В общем, это, ребят, уже отдано. Ты хочешь смотреть на Ромку голову? Ром, подожди, не раздевайся, еще рано. Выкрах мало, да? В чем? Да не мало, нравится качкам, чтобы было выкрашено, чтобы все знали, что они здоровые. Условно, если... Слушай, он сейчас весит сколько? 102. Да, как бы Ромка сам, когда покушает, будет там типа 115. У него будет стоить точно следующий размер. Это вот диапазон, типа там, наверное, 95-105 потолок. Причем там на наш там 1,74 м, 1,80 м вот в этом диапазоне. Сейчас типа вот он просто норм. Если, короче, вы накачанный как Ромка, так, то вам прям норм. Я условно носил бы его, если бы, ну, я был больше. То есть я бы взял размер больше, чтобы он также сидел. На плюс один. По крайней мере, ну, оно, ну, тянется еще так-то. По моему. Опять же, кто хочет в обтяжку, ну, то да. Условно, надо будет еще посмотреть, как он смотрится на побольше, да? Ну, потом. Буду, я. Это будешь покушавший? Покушавший. Через две недели. После чего? После соревнований? Ну, нет. Почему нет? Я сколько планирую достаточно. Десятка пролетит же.
Да, я эту историю тоже джинсами померяю кофту. Это Рашгар, вот тоже размер. Это размер какой у нас? Универсал, да, получается, практически? One size. Да, померенная после ромки, ребята, X10 к цене. Стирать не будем. До Китая долетит, вернется. Вообще прикольно. Да не надо в играх. Вот ты считаешь, что надо икры больше? Не их сами икры, а штаны. Нет, я понял, штаны в икрах? Да. Так они же, ну, типа джоггерами сделаны. Ну, нормально, мы так носим. Под шорты. Кроссфитеры. Мы сейчас разрабатывали и отшили. Маленькие еще. Не рви тогда, не рви. Разрабатывали и отшили для наших партнеров, для наших заказчиков форму под гонку героев. Плюсом мы сейчас отшивали форму, зарабатываем для триатлона полноценную. Вот, поэтому, ну, большой ассортимент возможностей. Поэтому кому нужно что-то еще и отшить в формате бизнеса, собственный бренд, вещи, коллекцию, поработать по одежде, тоже welcome к нам. Моя ссылка есть внизу, со мной можно связаться. Дальше я уже сконтактирую с руководителем данного проекта и подразделения. Ну что, костюм, едет с тобой в Китай? Ну, я думаю, да. Плюсом еще хоть это все дело белое, чтобы вы понимали, оно отстирывается всегда от всего. То есть там хоть гримом перемажется трижды, и даже не только гримом. Ну, ткань такая. На, от всего, да. Ребят, мы в ней проехали, протренировались, вот прям с более живого ничего не найти. А, шмотки, футболки, майки вы видели на тренировке. Ребят, спасибо, что с нами. Вот такое вот мужское мы дожали. По факту много чего еще висит, что-то так и не выпущенным осталось. Вот эти вот штуковины, нарядные, красивые, прям максимально. Ну, вообще. Да? Вообще огонек. Вот это вот все. Не помню, даже наши лекалы. А? Потому что мы, блядь, проебываемся. Да нет, знаешь, ты же начинаешь заниматься бизнесом, считаешь себесы, хлопок, отшив, пошив, и такой, типа, а надо ли этим заниматься из-за такого количества денег? Небольшого. Вообще охуенно. Померю, да? Скажешь, типа, хочу, как у Ромы, и все, и Руслану придется шить. Да, Руслану придется шить, да, если Ромка сильно. Ну-ка, дай померю. Она на самом деле кайфовская, да. Пусть она заебут, и ему придется шить. Вот. Ну такая подзал. Оно нарядное, оно правда. Имеет место быть, смотрится, оно вид имеет. Ну, понимаете, мы все делаем довольно-таки максимально там качественными тканями, крутыми лекалами. Это все. Не как. Вот да. Вот это вот еще чуть-чуть выправить, да. И вот это вот так оно. Братан, видишь, мы делаем хорошо, и нам такие, давайте сделайте. Мы такие, ребята, это будет стоить 4200. О, дорого. Ну, все аналоги, знаешь, мы делаем лучше, чем импорт. Импорт стоит дороже. Нам кричат, ну ведь российская есть дешевле. Мы говорим, так оно шито из говна и палок, и выглядит как дерьмо. Полы даже мыть стрёмно. Ну, что-то дешевле. И вот в эти виллы так не хочется этого слушать. То есть даже одни вот эти люверсы, одни даже эти штуковины, видишь, какие они? Посмотри, вот, блядь, даже на ощупь. Блядь, вот эта штуковина, она уже, блядь. А делать узелки на завязках на конце, ну как-то, и вот думаешь. Ну это такая история, типа, штучная, индивидуальная, не в массы, грубо говоря. А когда это делать штучно, это еще дороже. Вот даже мы сейчас, да, сделаем, например, майки эти вот, да, стрингеры, да, и футболки. Но джерси тоже имеют место быть, без рукава, да, прямая. Но их продавалось все-таки чуть меньше. Люди, или бы уже люди, прям у нас такие качки, они прям майку. Либо такие, я вот в футболке. Хотя, по сути, там тоже есть объем. Но мы, наверное, их там еще сделаем какое-то количество. Просто на самом деле мы выкупили всю сетку, которая была сейчас в доступе. Необходимая нам там по толщине и так далее. Ну, по факту, ребят, у меня этого нет. Это вот это единственное, что было сделано. И с кайфом, что Рома говорит, бля, было бы круто, если бы я поехал какие-то уже, ну, с вещами. Охуенно. Я очень ценю это. И это прямо первое. Да, вот тебе, еще, блин, знаете, старое выражение, да, только у меня и у Майкла Джексона. Джексона нету у меня. Вот у меня было на складе недолго, теперь только у Ромика. Вот, хотите как у Ромика, как обычно, ну вот. А хотите Ромика отдельно поддержать, потом скоро с его накачанными фоточками будут футболки с надписью на спине, со всеми делами. Это. Да. И вот одинки голубочки, ну там понятно, вы уже видели, да, эти модельки, бодибилдинг навсегда. Просто мы не ожидали и не думали. На NBC, на турнире мы за один день продали все, что сшили. Поэтому даже нам не досталось. Потому что там вторая отшивается партия. И вот кромки я обещал. Обещал, сделал. Даже быстрее, чем обычно. Да-да-да, полтора года. Тут с печатью, да, со всем остальным
получилось быстрее. И еще раз напоминаю, блин, смотрите, какие клевые, огромное количество вещей для девчонок мы делаем. Поэтому своих подруг прям ведите к нам, пусть кайфуют, пусть наслаждаются и радуют вас своим видом. На geneticclub.ru вся одежда, ну, которая отшита, уже в наличии, костюмы в работе. То есть они реально, то есть ткань оплачена, выходит печатник в понедельник, то есть это прям все будет, это не проектные вещи, вот то, что вы видели. Там чуть-чуть видоизменятся, логотипы станут чуть меньше, капельку-капельку там мы где-то там расширим, подсузим швы, но в целом вот то, что вы видели, на 95% будет то же самое, ориентироваться можно на наши габариты, на наши ростовки, меряем все и на очень высокого, там 1,85 парня, как бы и на меня 1,75, чтобы все плюс-минус сидело универсально, круто и красиво. Поэтому можно не бояться, по своему размеру заказывать и наслаждаться. Даже сейчас, допустим, ну, я вот форму выкладываю где-то в соцсетях, и группы разные репостят, и такой опять факт замечаю, что мы вроде бы стараемся, да, делаем там какую-то форму, да, условно, конкурентно, не конкурентно, мы не претендуем на топ-олимпию, условно, но все равно, ну, типа, спортсмены готовятся на международную арену, среди профессионалов выступить, готовить форму, вместо того, чтобы поддержать, сказать, блин, красавчики, ну, в любом случае, кто-то из России все равно ездит, выступает, делает форму, молодцы, нет, все равно льется, да, блядь, да там, да бамста, да вам, да как это, да какой там с такими а живот, а то, а сё, пятое, десятое, думаешь, ну, вот, приятно, конечно, в России развиваться, блядь, российский бодибилдинг. Слушай, интересно, на самом-то деле, как за границей? Ну, вот, ну, так-то везде же люди, и мне кажется, нам, наверное, тоже хватает диванных там экспертов. Тоже, да, какая-то свой. Вот мы сейчас с тобой говорим в России, мне кажется, вообще, в целом, отношение человеческое. Конечно, да, я замечаю, что к культуристам за границей отношение массово лучше. Ну, в процентном соотношении, там, с позитивом, с положительным, респекта больше. Вот. У нас же, ну, химия, не химия, ну, суть же не в этом. Все мы понимаем, что это профессиональный спорт. Нет, просто... давай так, все мы понимаем, пойди-ка с химией накачайся. В зале полно химиков. Вот вы заходите в зал, а там до хера химиков. А качки-то где? Да. Опять же, прямой корреляции между допингом и результатом нихуя нету. Да. Ну, давай так, вот ты тренируешь ребят, даже при том грамотно, с подходом. Да. У всех ли есть такие результаты, на которые бы ты рассчитывал? Нет. Что-то же они там где-то недорабатывают, где-то недоедают. А тебе рассказывают, бля, я там упахался, я все сожрал. А сам же нихуя не сожрал. А есть же люди, которые и без тренеров работают, и сами химичат, и сами все это, а там результаты еще хуже. А тренера и все. Залов. Ну да. Тоже вроде бы как бы. Ну не все же чемпионы, вы заметите, даже на сцену выходят, ведь кто-то становится последним. Ну, вы молодец, он тренируется, и слушайте, да, но кто-то да. должен быть первым, и для этого кто-то должен быть последним. Я на самом деле скажу еще мало того. Первое место одно. Братан, а прикинь, какая сила воли. Сидят ребята, которые регулярно выступают, регулярно готовятся годами. И они за топ-6, условно. И они за топ-6, и еще не на России, они на регионах за топ-6. И они так любят бодибилдинг, фанатично. Они дальше топят, газуют, качаются, даже кого-то мотивируют, там не будучи топовыми спортсменами. Это же тоже сила воли. Я не знаю. Ну, да? Типа, тут кроме как, ну, красавчик. И, типа, вот, больше сказать вот, нечего. Я в меру своего честолюбия, я не знаю, что бы я делал. Я мы привыкли с тобой, типа, там. Ну, да. Подзабили бы, наверное, уже. Наверное. Может, или сконцентрировались бы на других целях. Ну, а или так пахали бы. Они с любовью. Ну, они да. Они топят да. за бодибилдинг вообще по-страшному. Ну, круто. Простые любители. Ребят, все, кто Сибирин там подходил, еще всех помним, вообще кайф на все выпуски. Россия, Сибирин, NBC, вообще просто. Мы там с Ромой просто такие, как два увольных, типа, как до туалета дойти, мы час шли, ну, просто кайф. Я с самого утра и до 11 вечера просто. Ребята, просто такой вам всем сердечный привет и благодарность. Вот это очень приятно. Вы заряжаете, чтобы мы, вот его, чтобы вот он качался, выступал, я тоже скоро готовиться начну. То есть, как бы я готовлюсь, еще просто, знаете, открытая дата, как говорится. Да. Мы работаем, мы делаем крутые вещи, ну, так, по нашему мнению. И мамы хвалят. Все равно ваша поддержка, она безумно важна и безумно приятна. И когда ты просто заходишь там под постом и читаешь просто доброжелательные комментарии, не критику, ничего, а просто Ромка, молодец, мы за тебя болеем. И вот как бы посрать там, как форма получится, не получится, ты выступаешь, ты делаешь, молодец. Все, да. И это все равно приятнее, чем читать там какой-то хейт необоснованный. Ну и даже обоснованный. Все, всем peace, братва. Идем улицу снимать, так что пошли. Пойдем.